Вот так она и лупит. Почти мегаватт импульсной мощности по жилым домам на Югорской, Рябиновой, по зелененьким домам в НСС, по коричневым домам жилище, по желтеньким домам ипотечного агентства, по новостройкам в этом районе. Хотя каждый военный знает, что в паспорте этой РЛС написано, что она не может дислоцироваться ближе 3-4 километров от жилых домов, от населенных пунктов. Вот так мы живем в нашем родном и любимом Ханты-Мансийске.